На «Звезде» открыли выставку «Ко дню космонавтики». Экспозиция представляет собой уникальную коллекцию отечественных открыток 60-70-х годов, посвященных истории космонавтики. В этот же день на предприятии состоялась презентация книги «Полвека со звездой». Ее автор – заслуженный конструктор, ветеран авиационной промышленности Петр Соболев. Белка и стрелка, улыбка Гагарина, которую видел весь мир, портреты выдающихся физиков и астрономов. В этой уникальной коллекции открыток рассказана вся история мировой космонавтики. Не без гордости, что мы были первые, кто преодолел земное притяжение. Собрать такую коллекцию достаточно сложно. Еще сложнее показывать ее людям. И удивительно, но в наше время денег, доходов. Есть люди, которые вот стараются это делать. Приобретенная военно-промышленным предприятием «Кампа» коллекция кочует по стране. Разместить ее в любом культурном центре можно абсолютно бесплатно. Коллекция собиралась несколько лет. Собиралась она при помощи Всероссийской ассоциации филокартистов. Филокартисты – это люди, которые коллекционируют открытки. И в конце концов вот удалось собрать такой комплект. Чтобы взрослые не забывали свое прошлое, а дети знали историю. Так объясняют авторы проекта свое желание показывать открытки. Публика встречает выставку на ура. Вот, например, Мария Коршунова. Сама инженер-конструктор. Ее направление как раз космос. Я считаю, что, конечно, эта коллекция представляет огромную ценность, потому что у самих были такие открытки дома. И когда их снова видишь, сразу получаешь такие приятные эмоции и воспоминания какие-то о старых временах. Еще один повод вспомнить прошлое на предприятии «Звезда» – презентация мемуаров ветерана авиации, заслуженного конструктора Российской Федерации Петра Соболева. Более полувека он посвятил разработке средств спасения экипажей летательных аппаратов. Эта книжка – это воспоминания о тех людях, которые были первыми создателями этой авиационно-космической техники. Это воспоминания о том, какие этапы прошел завод, создавая эту технику. Начиная с первых образцов и заканчивая последними моделями этих изделий. Презентация книги воспоминаний совпала с днем рождения автора. Поздравить Петра Соболева пришли коллеги, в том числе и знаменитые испытатели Игорь Тарелкин и Владимир Северин. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.